This all has nothing to do with me. Even that bot, Simon. Simon? The bot was called Simon? I'm going to get my son. Adam! We're ending this now. God damn it! You have new cloud messages. Okay, I've calmed down. Please call me back, okay? Fine. Let's talk tomorrow. Kisses. Доброе утро, день, вечер, ночь. Мы продолжаем State of Mind. И я надеюсь, мы приближаемся все-таки к завершению, потому что все с этой игрой уже понятно. Осталось только свести концы с концами, получить развязочку. Они тут все в подряд закрутили. Просто все. Тут Deus Ex. Detroit Become Human. Human Become, как там ее? Become Human. Что-то даже от Матрицы. Я робот Асимова. Это, ну... Ну, нагородили. Хотели поменьше геймплея, поменьше механик. Сделать более насыщенную историю. Ага, сделали. Это нагромождение. В книге, даже если вы такое будете читать, если бы такой роман увидеть, да? Это совсем круто. То есть, нудное повествование, потом бах, шок-контент. Ай-ай-ай. Что? Не, ну тут, конечно, можно новости узнать, да-да-да-да-да. Но опять же, мир — это повторение, вот современный мир, современный выглядит, да? Это повторение холодной войны. И теракты, кстати, были, по-моему, в Германии, послевоенные. Что-то там такое, что-то... Ой. In Berlin, NanoScan, the technology used for collecting molecular genetic data from applicants for the Martian Colony Program, is to be expanded again today. The news was announced by the President's avatar during his speech for the inauguration of Mobility Port 2. The data collection is important for health insurance, from which, as the President pointed out, non-colonists will also benefit. In Washington, Neverland, the successful online world is under threat of closure. Investigative authorities reported that the game, quote, was a communicational and organizational hub for cyber-terrorists and criminals. Fans and players of the game are protesting the planned shutdown. Потому что вот часть вещей, часть предметов просто неупотребляемая. Kurtz Robotics say the new model comes connected to the network, making the base 5 bots obsolete. Ладно, нам сказали, Саймон, давай с Саймоном поболтаем. Саймон, the facility where they assembled you. What's its exact location? I don't remember. You removed my memory module, sir. The module. To launch the new series, authorities have set up collection points where old bots can be disintegrated or disposed. A news flash from The Voice, your trusted source of news for Berlin and the Western world. Дружбана? Дружба Бэмбо? Дружба Бомбо? Fatal explosions have rocked many locations. Дружба Бомбо. Ну, я не удивлюсь, если сейчас этому другу еще башку оторвут. Ну, а что? Что? Почему нет? Столь нудное повествование, добавить еще пару трупов. Почему не добавить? Я не знаю, может быть, тут еще какие-то были взаимодействия. Может, что-то я пропускал. Но игра относительно линейна, на мой взгляд.
Ой, опять теракты. Ну, я так и думал, что там должно произойти с этим сканером. Нагнетают прям Deus Ex какой-то. Ну, здесь RPG составляющей стрельбы-то нету. Тут такой квестик интерактивный. Предметов. Ну, пошли по простому пути. Да-да-да, сейчас я побежал. Я свидетель. То я не буду давать показания. Так, меня интересует мой дружба-бомбо. А где он? Модуль. Ну, модуль в любом случае здесь. Окей, Robot Lab. Let's see. Оу, не надо. Ну, они могли бы сделать игру более интересной, если бы интерактивные игры были бы чаще. Какие-нибудь сборища, детективные эти, ну, блин, не знаю. Очень похож. Okay, that looks better. That's not it. There. Tracy. Ну да, там твоя жёнышка. Kurt's lab. But where? No name, no geolocation. Kurt's a secret lab. I must find out where it is. Were you outside? Did you see the attack? Oh, да. I was right in the middle of it. Oh God, you okay? Ой, а, главное этот жестикулирует, а говорю я. Да ты видел? Да я видел. Да ты, да ты шо? Да ладно. Ой, даже плачет кто-то. А, это типа они. Это типа изображается увлеченное наблюдение террористической атакой. Ой. Not now, Richard. The first reports about the attacker coming in. Ну. Я говорю, в игре не хватает динамики, конечно. Чтобы и повествование слишком затянуто. Я бы хотел, чтобы в таких играх было больше интерактивных игр, а больше взаимодействия для того, чтобы понимать мир, больше в самих локациях пути прохождения. Walter, listen. Опа. What the hell? Опа. Может, кто-нибудь что-нибудь не расскажет про Walter? Нет, не хочет. Фрэнк! What the hell is going on? Where is Walter? He was just here. Walter's not coming back. He gave in his access codes and left. Did he say where he was going? No. And you don't care either, do you? Hey, watch your tone. Walter's a grown man. What if he hurts himself? Ah, nonsense. He wouldn't. Not Walter. He'll be fine. Как бы мне узнать его адрес? Мне кажется, было бы логично,
если бы они сделали вот сейчас, ближе к концу, какую-нибудь развилочку. Очевидно, разводящая значительно все в стороны. Хотя бы одну развилку. Дамы, вы что тут делаете? Все теракт смотрят, а тут кто-то даже работает. Ну ладно. Все-таки не на ядерном реакторе это самое наблюдаете что-то. Можно отвлечься. Owners of older models can salvage parts, such as limbs, for their new bots. To launch the new series, authorities have set up collection points, where old bots can be disintegrated. Ну, вроде бы нам много всякой инфы накидали, но до сих пор непонятно, чем это все закончится. Ну, это как бы главный смысл, зачем эту игру проходить, понять, чем это все закончится. Честно говоря, на фоне, например, разнообразных сериалов за последние несколько лет, Terror wave pulsing through the Western world is not letting up. Игр. Fatal explosions have rocked many locations in the territory within the last 24 hours. Примерно в одно время они выходили, да? С небольшой разницей. Детройт и вот State of Mind. Ну, Детройт, конечно, выглядит более презентабельно. Ну, правда, и по бюджету, наверное, эта игра во много раз превосходит. The news was announced by the president's avatar during his speech for the inauguration of Mobility Port 2. Ну да, транспортная система после теракта перекрывается, это логично. Мне понятно, почему людей совсем нет полицейских. Следователи-то должны быть. Роботу ты же не можешь отдать вот жертвы. Роботу ты же не можешь отдать принятие решения. Будет искусство интеллекта не значит, не по алгоритму может все пойти. Ну, казалось бы, да? Так, это West Plaza. А здесь что-нибудь есть? Я, по-моему, сюда не ходил ни разу. Может быть, я что-то просирал периодически? Не похоже, конечно. Но было бы забавно. Но нет. Может, я действительно здесь что-то просирал, как какой-то разик? Ну, слишком как-то все камерно выглядит, конечно. Для, казалось бы, игр, где они хотят все масштабно развернуть. Шо? Шо ты тут ходишь? Голый вообще, оденься, тварь. What? Who? They didn't say. What did you tell them? That I haven't seen you in 3 days. I apologize if I've caused you any trouble. You lied? I didn't know you could do that. Neither did those men. Better use my cloud hub to scan everything. Ничего нового не появляется. Я не понимаю, зачем вот нужно вот велосипед, да. Хорошо, ты больше узнаешь о велосипеде, но ты не знаешь, например, подробно геополитическую карту мира. Что? Нахер мне нужен велосипед, бляха-муха. Зачем мне это, блядь, знать нужно? Вы что делаете? Камерную историю, блин, про Ричарда Нолана? Или все-таки что-то глобальное? Если вы хотите гибридную историю, ну дайте мне и карту нормальную геополитическую посмотреть, компьютер и палать. Ну то есть ни игра не насыщена. Ну что это такое? Вы в итоге узнаете, какой Ричард Нолан изменщик?
игра, киберпанк, там все такое, бляха, муха. А мы разбираемся в грязном бельме какого-то чувака. Ну что это такое? Я понимаю, что хотели показать простой человек в этом меняющемся мире, он против перемен. Нельзя их остановить. Simon has been to the same Kurtz lab as Tracy. Let's see if I can find something that points to its location. Ай-яй-яй-яй-яй. That's the Kurtz lab from Walter's files. MTK... no idea. Не-не-не. That can't be right. New man and singularity. The recording from Simon's module. Ну да, это забыл авторов этой теории. Точка сингулярности, или как это называется, когда скачкообразно развивается информационное пространство вокруг нас, и в какой-то момент, искусственный интеллект начинает превосходить во всем человечестве. Знания просто невероятным образом что-то идут вперед. Ну, там... Черт, я уже не помню ничего по этому поводу. Давно это было. Почитайте про сингулярность. Имеется в виду не в физике, а там в кибернетике или где. Оу. Taking readings of memories. Может быть. This is something. Ну да, точка развития, видите? Когда я... идет развитие в течение тысячелетий, в какой-то точке оно воу, резко вверх. Когда соотношение интеллекта и применяемых сил, манипуляции энергиями, становится просто невероятным. Transfer reprogramming. Нет. Ну, вот это он сказал точно. Да не, не, я думаю. It's all completely unproven. Did he let himself be scanned? Oh, Walter. Valerie von Stahl, cryosleep, supervised by Kurtz. Чем-то он нам скажет еще? Okay, that looks better. А, все-таки это считается. Montauk. That must be it. That must be it. The secret lab. Значит, там и эта дама валяется. Richard, are you nuts? Kozowski. It must have been Kozowski. What? He cracked my ID.
You're a wanted terrorist. You're aware of this, right? No, they're looking for you, Richard. If I were you, I'd disappear ASAP. Okay, Steve. Thanks. Take care. You too. Ну да, я совершенно забыл про эту ахинею. Да косовки ты, тварь. Фанатик. They've been uploaded and Breakpoint finds the servers. I must go to Montauk. Ну, собственно, как говорится, полицейские режимы, диктаты и так далее порождают соответствующий ответ, так скажем. Чем жестче давишь, тем жестче будет ответ. Ну или ты просто систему уничтожишь. Не все же знают, что Северная Корея сама не может себя прокормить, например. Она живет за счет Китая во многом. Что такое? Is there a problem, sir? I have to go. Not a word to anybody, okay? Delete your records. Go into standby mode. Sir, may I ask you something? Could you please reinstall my memory module? All of us need our memories, don't you think? Ну вот, возможно, вот этот вот момент что-то будет значение какое-то серьезное иметь. Я говорю, мне кажется, здесь какие-то выборы имеют значение. Здесь, наверное, может и не одна концовка, но это совершенно не очевидно, и вот, не знаю. Все выглядит очень каменно, и поэтому каждый твой поступок не выглядит значительно. It's an empty module, sir. It contains да no data. Хрена? That can't be. You reformatted the module. No, why should we? Steve just... He couldn't have. Maybe he made a mistake. Is there a backup somewhere? You've got servers, right? Not anymore. Not for me. What are you missing, then? I don't remember, sir. Okay. Don't worry. I still work, sir. When will you be back, sir? Я думал, что-то значение какое-то имеет. Я знал только, что друг. I wish you good luck, sir. Или кто-то еще на его рабочем месте. I'll need it. Стер информацию. Thank you, Simon. Ну, пока все идет к развязке, но я совершенно не понимаю, какая она будет. А если его ищет полиция, почему его ничего не взяли? Везде камеры, интернет, там полиция, роботы вообще. The police reported that a pattern for the attacks is emerging. Ну вот вдумайте сами, да, машины, все это, роботы контролируют, все камеры, дроны, интернет, знает, где он живет, облавы не устраивают. Это, ну, нелогично все это. Полиция какая-то вообще неадекватная. Всего учет и террористическая организация что-то загрузила в сеть, да? I have to tell you in person. I'm coming over. Oh, really? When? I'm catching the next train. Wow, it must really be urgent. Can you come pick me up? Слушайте, обычно, когда производятся такие теракты и кого-то ищут, ну, на транспорте явно усилены будет. Ну, там дополнительные подразделения же всегда какие-то есть на транспорте в любой стране. Силовые, так скажем, полицейские или вспомогательные силы полицейского характера. Ну, например, если у нас создали гвардию, то в Италии давно институт карабинеров существует параллельно. И жандармерии. По-моему, даже национальная гвардия там что-то есть, это аналог. Ты не считай полиции, я говорю. В Соединенных Штатах вообще, что касается разведслужб, по-моему, вообще 17 только разведслужб, которые ходят в разведывательное сообщество США. Там очень много организаций. Я не понимаю, где мы? Что это за комплекс такой? Или это аэропорт? Что это такое? Куда мы попали? Кто его пустит вообще? Я чуть не могу понять. Никаких полиций. Что это за полицейский контроль? Борьба с террористической угрозой? Реальной, да? Камера, да. Even more cameras. А что? Что такое? А как я еще? Одна единственная камера? Ты издеваешься?
Более огромная какая-то. Не, ну это фуфел, конечно. Здесь игра предельно нереалистична. Слишком много всего разом. Я говорю, вот это вот отсутствие насыщенности. Дело даже не то, что там полиция, просто, ну... Я даже карту мира не мог посмотреть или в интернете местном повесить. Это вот ошибка многих этих игр. Особенно если у тебя нет стрельбы, там РПГ вставляешь как Deus Ex, можно чем-то компенсировать. А здесь чем? Дайте мне инфу. Это квест. Ну ладно. Что-то их не хватает, вот что-то на как-то. In Washington, Neverland, the successful online world, is under threat of closure. Investigative authorities reported that the game, quote, was a camera. Здесь вообще просто мышкой двигаешься. Ну, с такой безопасностью удивительно, что здесь теракты. Comfort and excellent service. Upgrade now and spend your waiting time in our first class lounge. Главное, ни одного полицейского нету. Что, какие люди? Даже роботов я не вижу. И это в день, условно говоря, теракта, как кибертеракта, да, хакерской атаки, да. Ну, допустим, если его учетку даже признали, что взломали там, хотя он сам передал пароль. Физический теракт произошел, 7 трупов, легко ходят так, никогда не поверил. Даже наименее милитаризированные страны, тихо. Что такое? Камеры везде. Attention. This is the final call for passenger Diane. То есть я ее должен куда-то вообще в сраку какую-то подвинуть. Я не знаю, куда я еще тут двигать-то. Тихо. Attention. This is the final call for passenger Rose Ford. Booked on flight Skyway 412. Cameras everywhere. Ты ёбнутый, что ли? А, тебе здесь пройти надо? Я чуть не понял, а как она там двигается так странно. Ну, допустим. Passengers, if
И что? Блядь, ну ты вообще идиот, а? Блин, ну вот в этой игре вот есть такие моменты, блин, что вот надо вот именно вот так вот, вот прям тютелька в тютельку. Я не знаю, что делать. Пройдись. Ну это идиотизм, конечно, конченый. А зачем я их двигал тогда? И здесь пройти. Нигде нельзя пройти. Да что ж такое-то, а? Просто не дает пройти и все. Even more cameras. Да, разработчик. Да. Так. Ну хрен знает, давай ты туда будешь смотреть. Хотя я не понимаю вообще, какой в этом смысл. Ну давай. А, так заработал, так камера мешает. Идиотизм. Она стенку смотрит. Не, она через стенку смотрит. Ну ты просто играешь и вообще не веришь. Это игра какая-то мультяшка. Dear passengers, if you're looking for souvenirs or snacks for your travel, please visit our ample shopping area. Хорошо. Это, наверное, не рабочий. Так, что здесь? Attention. Так, ну прошли. А, вот, полицейский только у вагонов. Ну это бред. То есть можно заходить и взрывать сам вокзал. Правильно? Вот, Лидию взяли эту. Ну ладно. Вы сейчас скажете, звонки отслеживаете. Только не знаете, что он идет, а знаете, что она будет. Ну это... Да ладно, ты сейчас робота захерачишь, да? Ты круто. Воу.
Машина-то умная, сейчас его. Ух, какой. Ну, посмотрел, давай пройти. Ну, отлично. Ну, я говорю. И то есть поезда у них не автоматизированные, да? И внутри камер нету, да? Supposed to mean? A few unfortunate things have happened, Richard. You don't think? We contacted Charlie. And? I've got other things to care about right now. He was in front of the present. Our contact lasted 20 seconds, and then he was deleted. Someone must have snitched. Somebody that was in the know. I have nothing to do with this. You're the only one who knew about Charlie. But I didn't do it. I mean, it couldn't have been me. Kurtz might have squeezed him for information. We have to strike now. Our partnership is over. Wait a moment. The fake ID will be deleted. When? I've already given the order. It won't be long now. So best of luck, Richard. А, у него поддельный идентификатор. Типа, поэтому они не могут его отследить. То есть, по лицу, походке, да... Взломали, что ли, всю систему? What did you do? Hello? Who are you? What? Do you know what you've done? It's my death sentence. I don't quite follow. Do we know each other? What the hell are you talking about? Did you run out перепрограммировали, Charlie? Charlie? Well, I don't know any. Все равно я не верю. Who are you? Adam, хорошо, идентификатор они захерачили, да? Damn it. Почему на входе нету полиции? Почему в зале нет полиции? Не понимаю. Полагаются только на машины? Вы серьезно? Они все похожи, я подумал, это Лидию взяли. Нет, Лидия это, наверное, вот сейчас будет. Они все похожи. Короче, ни хрена непонятно. Все так затягивают. Ой. Тут ужас. Вот один в один они вот. Hey. Часть баб просто так же выглядит. Really квадратные игбала, треугольные носы. Let's go. Можно определить только по одежде и прическе. Одежда, прическа у части жизни здесь одинаковая. Великолепно. Can you navigate to this address? My augmented view is dead. That's Montauk. You think they're there? I don't know what to think anymore. What's with your ID? Deleted. That's why you need me. Lydia, please. I promise you. Promise me nothing. I'm coming because I want to, not because you want me to, okay? Ну, конечно, я могу тебя послать всегда. A call to war incited by terrorist Luddite group Breakpoint on the Voice yesterday triggered the attacks. A government spokesperson called upon the citizens of the West to remain calm and support safety personnel. Looks abandoned. I don't have a great feeling about this.
Just strolling. I don't know. Doesn't look like we should. I bet they're prepared for attacks. Do you think we should turn back? You can't. What about Tracy and James? Come on. Nobody's here. Something's not right. Tracy, where's my kid? What the hell is going on here? Mr. Nolan, please. What did you do to him? You were right. He doesn't get it. Ничего не понял, как и я, в общем-то. What? Ну, I'm это sorry, понятно. Richard, это все. Нужны какие-то твисты. Ваша подружка, наш продукт. Я не удивлюсь, если просто робот. Перекачанная память там, что... Они же что-то делали, какие-то генетические исследования. Нам показывали, как из одной колбы в другую. Перекачали память. Ну вот она продукт. Ну ладно. Что за продукт? Генетический, роботизированный. Ну уже пора нам объяснить, что происходит. То есть я ни хрена не понимаю, потому что версий-то всегда много. Искусственного человечества. Ёб твою мать. Это искусственное, но в чем? Это роботы. Принцип, опять же, может быть неизвестен. Генетически модифицированный. Это кто? All right. А что ты кашляешь? Let's talk about our... That cough doesn't sound good. I'd say you live on borrowed time. Then perform the transfer, like now. All right, the transfer. Да кинуть тебя нахрен. Look, Lydia, we've decided to go another route. Посмотри, тебя нахрен решили. What do you mean? We don't have any more bio avatars left for you. Bio-avatar, что? We need them all, every single one. Вот почему в конце игры мы узнаем о каких-то биоаватарах, а? Ну, в принципе, вся игра и состоит в том, что мы что-то только узнаем. Ага. You can't, Dr. Типа это Лидия. I'm very sorry. I can offer to shut you down with medication so you don't feel anything. You want to help me kill myself? It's up to you. You'll die anyway. Just an offer. Hello, Ray? No, not yet. You want to shut me down? We'll see about that. Maybe I can mix a little sleeping potion. Ray, we really have done everything. Let me just Bio-avatары. And that's not so. Damn code card. It's not so easy, unfortunately. Типа, надо свалить для начала отсюда. No, no, it's not Valerie's fault. We just don't have a tested safety mechanism for a situation like that. Я понятия не имею, что за говно. А, можно сделать и такой выбор, ага. Breakpoint must have found a back door in the... Гам... А...
обморок. Гамма no, это обморок. Ну я только про гамма понял. Бляха-муха. Че нагородили-то они, а? Ну, золотенький образ действует без связи. Гидроксид калия. That won't be necessary. Yes. А что с... Я что-то не могу понять. I'll take care of it. Ладно, хер с тобой, давай как есть. Of course. Не смешивайте с алкоголем. Yes, good. That won't be necessary. Yes. I can't just kill him. Я могу. I'll take care of it. All right. Я уже догадался, что надо его захерачить. Of course. Yes. Good. That won't be necessary. Yes. I'll take care of it. I understand. Of course. Okay. Херню какую-то намешал. Yes, good. That won't be necessary. А я бы завалил его. Гнида какая-то. Не, нельзя, вы что? Нет, конечно нет. Мы же гуманисты. Ладно, давай карточку. Там написано, что он добил.
мне просто дали пройти. Вау. То есть вот здесь не перепрыгивалось никак и не проходилось, да? Я угораю. Ну ладно. Оу. Женщина. 300-я серия. Терминатор. Что ты на нее смотришь, а? Ну, давай мужиком станем. 600-я. Не, не хочешь мужиком, но ладно. Искусственные люди, это клоны, что ли? Подходит для трансплантации органов, суррогатов, опытов. Ты смотри, а. То есть генетически модифицированные куски мяса? Ура! Срок службы 115 лет. Подготовка к запасной программе Марс. Во, они накуролесили. То есть все-таки Марс будет реальной программой? Расчет 2 месяца. Так давай 115. 108. У-у-у. Давай 115. Я хочу 115. Все. На крайний случай мужик 108 лет. Ну, вот, ну точно не 2 месяца. Так. 4, 7, 16. 115, сели 600. Ууу, ма. Вау. Без тайни повода и ребенка. Хм. 4, 7. Подожди, у нее получается... 100-я, что ли, серия? Или 300-я? Ну, явно у нее срок службы был маленький. Клон. То есть они взяли эту Лидию, перекачали. Ну, в принципе, я об этом говорил в одной из серий, то, что просто в клоны переписывать, если вы можете переписывать сознание, что мешает в клоны их переписывать? Так я не могу понять, что я должен сделать-то. Херня какая-то. Я не вижу ни одного взаимодействия. Пока. А, планшет. Что у нас с планшетом? Hi, Valerie. I'm okay. Just to go over this again. Че? All artificials will be transferred to Mars Station. И-и? All of them? Seriously? Our products may not be able to наградили the искусственные all. Люди okay, okay, и виртуальное пространство, up, so Марс, что? Sorry, нахер вам тогда этот Ричард Нолан? Никакой конспирации. Полиция, одни роботы, людей нету, блин, дерьмо какое-то. Не понимаю я пока ни хрена. Попробую пройти просто дальше. Richard, I'll get you out of there. I'll fix this. Да, ну понятно, надо идти дальше просто. Ну ладно, вот раз у нас игра записалась. Я думаю, на этом я серию закончу. Надеюсь, сейчас не будет много болтовни. Вот. Ну хорошо. На этом серию я закончу. Следующий, я уж надеюсь, она будет последней следующей серии. Мы наконец-то закончим вот совсем вот этим.
Зачем, правда, им искусственные люди нужны на Марсе? Там что, без роботов никак, что ли? Не знаю. Ну, ладно. Всем спасибо, пока.